30 сентября – день специальных моторизированных воинских частей. Сегодня в воинской части прошло торжественное построение. Поздравить сотрудников приехал министр внутренних дел Чувашской республики, генерал-майор полиции Сергей Семенов. Основной задачей этих воинских формирований является охрана порядка и общественной безопасности в городах совместно с органами внутренних дел. Также они принимают участие в мероприятиях антитеррористической направленности. Специальные моторизированные воинские части были созданы в 1966 году. В пятницу сотрудников специализированной моторизированной воинской части поздравил министр внутренних дел генерал-майор Сергей Семенов. И сегодня мы констатируем, что бойцы и командиры батальона внутренних войск с дислокацией в городе Чебоксары с достоинством и честью выполняют возложенные на них задачи. Отличившимся по службе были вручены республиканские награды.